Hallelujah. Hallelujah. Just lift your hands. Поднимите просто руки. To the Holy One. К святому. It's a great day to be alive. Это великий день для того, чтобы быть живым. We serve an awesome God. Мы служим всемогущему великому Богу. Our God is an awesome God. Наш Бог чудесный Бог. For the next 2 minutes. В течение следующих 2 минут. I just want us to pray in the Spirit. Я хочу, чтобы мы молились в духе. Just look up and just pray in the Spirit. Смотрите вверх и просто молитесь в духе. Call upon His name. Взывайте к имени Его. Praise His name. Прославляйте Его имя. Bless His name. Благословляйте Его имя. Everybody. Все. Just lift your hand. Поднимите руки. And bless the God. И благословляйте Бога Авраама, the God of Isaac, Бога Исаака, and the God of Jacob. И Бога Иакова. Машикамборомбо саталабахака. Иямо сатебохо шатабахакебо. Рибако шатарибондо саталария. Мушатабероко сатабахала. Maketombo Shotarabaha Roshika Basukata. Go ahead and bless His holy name. Небеса благословляют Его имя святое. Bless His holy name. Благослови имя Его святое. Bless His holy name. Благослови Его святое имя. I want you to tell the Lord. Я хочу, чтобы ты сказал Господу. I need you more than ever in my life. Я нуждаюсь в тебе более чем когда-либо в своей жизни до этого. Tell him I need you more than ever. Скажи ему, я нуждаюсь в тебе больше, чем прежде. Tell him I can't make it without you. Скажи, я ничего не могу делать без тебя. I need your presence in my life. Мне нужно присутствие твое в моей жизни. Without you, I am nothing. Без тебя я ничто. Come on, open your mouth. Да, откройте свои уста. Open your heart. Откройте свое сердце. And tell him. И скажите ему. I can't do it without you. Я ничего не могу делать без тебя. I can't make it without you. Ничего не могу сделать без тебя. I need you, Jesus. Я нуждаюсь в тебе, Иисус. I need you, Jesus. Я нуждаюсь в тебе, Иисус. I need you, Jesus. Я нуждаюсь в тебе, Иисус. О, рибака шатабоса. Don't pass me by. Не пройди мимо меня. How many of you here need a touch from God? Кому из вас нужно прикосновение от Бога? You see. Видите ли? If you need something from God. Если вам нужно что-либо от Бога. You've got to open your mouth. Вам для этого нужно открыть свои уста. And let him hear you. И позволить ему услышать вас. Just like Bartimaeus. Как Вартимей. Bartimaeus wanted something from God. Вартимею что-то нужно было от Бога. He was not timid about it. Он не стеснялся об этом. He was not shy about it. Он не стыдился этого. He was bold about it. Он был смелым. He cried to God. Он взывал, кричал and Богу. God answered him. И Бог ответил ему. He's a God that answers prayer. Он Бог, отвечающий на молитвы. He's a God that answers prayer. Это Бог, отвечающий на молитвы. He's a God that answers prayer. Это Бог, отвечающий на молитвы. Open your mouth. Открывай свои уста. And call upon His name. И взывай к Его имени. Yes! Да! He said in Jeremiah chapter 33 and verse 3. В 33 главе книги Иеремии он говорит. He says, call upon me. Он сказал, воззовите ко мне. And I will answer you. И я отвечу вам. And I will show you. И я покажу тебе. Great and mighty things. Великое и недоступное. That's what he says. Вот что он сказал. He says, call upon me. Он сказал, воззови ко мне. And I will answer you. И я отвечу тебе. And I will show you. И я покажу тебе. Great and mighty things. Великое и недоступное. Listen. Послушай. The Lord told me to tell you. Бог сказал мне, чтобы я сказал вам. That this season. Что это время. He is going to show you. Он покажет тебе. Great. Великое. And mighty things. И недоступное.
You didn't hear what I said. Вы не услышали, что я сказал? The Lord says I should tell you. Бог сказал, что я должен сказать вам. For the rest of this year. Что до конца этого года. He will show you. Он покажет тебе. Great and mighty things. Великое и недоступное. If you believe that, I want you to shout a big amen. Если ты веришь этому, закричи сильное аминь. God is no respecter of persons. Бог не лицеприятен. But is a respecter of faith. Но он почитает веру. There's nothing he cannot do. Нет ничего невозможного для него. I said there is nothing he cannot do. Я сказал, нет ничего невозможного для него. He's looking for radical faith. Он ищет радикальной веры. Radical faith. Радикальной веры. Mad faith. Сумасшедшей веры. Impossible faith. Невозможной веры. How many people can get crazy for God? Кто из вас может быть сумасшедшим ради него? How many people? Кто из вас люди? He said. Он сказал. I will show you. Я покажу тебе. Great. Великое. And mighty things. И недоступное. In your ministry, в твоем служении, in your family, в твоей in семье, your business, в твоем бизнесе, in your lives, в твоей жизни, I will show you я покажу тебе great, великое, great, великое, great and mighty things. Великое и недоступное. Hallelujah. Hallelujah. I need somebody to believe God with me. Мне нужен кто-то, кто верит Богу. It doesn't matter where you're sitting today. Неважно, где ты сегодня сидишь. God is looking at your heart. Бог смотрит на твое сердце. And if something can rise from your heart, и если что-то поднимается с твоего сердца, you will leave this place a different person. Ты уйдешь с этого места другим человеком. Amen. Amen. Say after me, Heavenly Father. Повторите за мной, Небесный Отец. I believe you. Я верю тебе. For great and mighty things. Великое и недоступное. I wanted to say it as if you mean it. Я хочу, чтобы вы говорили, как будто вы имеете это в виду на самом деле. Heavenly Father. Небесный Отец. I believe you. Я верю. For great and mighty things. Великое и недоступное. In my life, в моей жизни, in my ministry, в моем служении, in my business, в моем бизнесе, in my family, в моей семье, in all that concerns me, во всем, что окружает меня, I receive, я принимаю, before the end of this year, до конца этого года. Great, великое, and mighty things, и недоступное, in the name of Jesus. Во имя Иисуса. If you believe me, если ты веришь мне, and if you believe the word of God, и если ты веришь слову Божьему, I wanted to shout amen 7 times. Я хочу, чтобы ты закричал аминь 7 раз. As loud as you can. Настолько громко, насколько только можешь. In the name of Jesus. Во имя Иисуса. God is a big God. Бог большой Бог. And he does big things. И он творит все большое. It's time for you to see the bigness of God in your life. И пришло время для тебя увидеть величие Божье. I told God, I said, I'm tired of small things. И я уже говорил, что устал от маленьких вещей. I want big things. Я хочу большие вещи. Somebody pray for big things. Believe God for big things. Молитесь Богу о большом. Верьте Богу о большом.
catch my faith tonight. Ловите мою веру сегодня. Just believe God for big things. Просто верьте Богу о большем. Believe for great and mighty things. Верьте о большом, великом и недоступном. В твоем служении. In your life. В твоей жизни. In your family. В твоей семье. Believe him. Верь ему. It is possible. Это возможно. You may be seated. Вы можете садиться. My God. Мой Бог. We can walk on that all night. Мы можем работать и говорить об этом всю ночь. Great and mighty things. Великое и недоступное. Lord, I'm tired of small things. Бог, я устал от маленьких вещей. I need great and mighty things. И мне нужно великое и недоступное. To begin to happen in my life. Чтобы это начало происходить в моей жизни. In my ministry. В моем служении. In my family. В моей семье. And all that concerns me. И это все, что заботит меня. И все, что окружает меня. Hallelujah. Hallelujah. I want to preach this evening. Я хочу проповедовать сегодня вечером. On what I call на тему the prophetic significance of this time and season. Пророческое значение этого времени. The prophetic significance of this time and season. Пророческое значение этого времени. I have a feeling. Я чувствую. I have a feeling. Я чувствую. That God. Что Бог. Wants to prove. Хочет доказать. That He is God. Что Он Бог. In Genesis chapter 2. В книге Бытие, второй главе. Verse 1. Первый стих. 2 and 3. 2 и 3. The Bible says, "Thus the heavens and the earth and all the host of them were finished." Так совершенны небо и земля и всё воинство их. And on the seventh day. И к седьмому дню. God ended his work. Бог совершил дела свои. Which he had done, and he rested on the seventh day from all his work which he had done. Который делал и почил в день седьмой от всех дел своих. Then God blessed the seventh day. И благословил Бог седьмой день. And sanctified it. И освятил его. Because in it he rested from all his work, ибо в он и почил от всех дел своих, which God had created and made, который Бог творил и созидал. Praise the Lord. Слава Господу. The Bible said that God blessed the seventh day. Библия говорит, что Бог благословил седьмой день. You know, it's interesting how some things come out in the Bible. Вы знаете, очень интересно, как что-то происходит и в Библии. And I've decided to take advantage of anything that I see that is in this Bible that does not contradict the truth of the Word of God. И я пытаюсь взять любую выгоду из Слова Божьего и применить это, чтобы это не шло в противоречие со Словом Божьим. And that is the basis on which I'm going to try to work this scripture. И это основание, на котором я буду говорить, это место Писания. Because I believe that Jesus is the same yesterday, he is the same today, and he's the same forever. Потому что я верю, что Иисус вчера, сегодня и вовеки тот же. And we must take advantage of the prophetic significance of the season that we're living in. И мы должны уметь пользоваться пророческим значением. It's not by accident that this is the seventh year of the 21st century. И это не случайно, что это седьмой год 21 века. It's the seventh year of the 21st century. Это седьмой год 21 века. And it is very significant prophetically. И это очень, это имеет большое значение пророчески. That means in our lives some things are supposed to begin to walk just by the fact that this is the seventh year of the 21st century. И это означает, что в нашей жизни само уже по себе из-за того, что седьмой год, должно начать что-то работать. Some of you are going to live here without the things you came with. Кто-то здесь из вас жил,
Some of you are going to live here without the things you came with. Кто-то из вас здесь будет жить с теми вещами, с которыми, без тех вещей, с которыми вы привыкли жить. Bad things, I mean. Я имел в виду плохие вещи. If you came in here with bad things, если вы пришли сюда, имея что-то плохое, you will leave it behind, то вы оставите это сзади. And you will go with good things. И вы войдете в хорошие вещи. You will go with favor. Вы пойдете с благоволением. You will go with mercy. Пойдете с милостью. You will go with something new. Пойдете с чем-то новым. And you see, people that don't even know Jesus take advantage of the times and seasons. И вы знаете, люди, которые даже не знают Бога, они берут все выгоды от сегодняшнего времени. How much more? Насколько более мы? Those of us who know Him. Те, которые знаем Его. So it's going to be a combination of both. Поэтому это должно быть комбинация и того, и другого. A combination of the fact that we know Jesus. Комбинация того факта, что мы знаем Иисуса. And this time is significant. И значение этого времени. It's not by accident. И это не случайно. That we are here on this seventh month of the year. Что мы здесь собрались в седьмой месяц. And this is July. И это июль. And I'm telling you, friends, я говорю вам, друзья, we're going to establish some things that will change the second half of your life, of this year. Что изменит вторую половину этого года. I wish somebody can say amen there. Я бы хотел, чтобы кто-то сказал здесь аминь. The Bible said God blessed the seventh day. Библия говорит, что Бог благословил седьмой день. There is a blessing on seven. Есть благословение пребывает на седьмом. I can't understand it. Я не могу понять этого. I can't explain it. Я не могу объяснить этого. But in the sight of God, there is something about the number seven. Но в глазах Божьих есть что-то особенное в числе, в цифре семь. So it is important that I preach this message this season. И поэтому очень важно, чтобы я проповедовал это послание в это время. So that we can tap into the blessings of this season. Чтобы мы могли войти в благословение этого времени. I announce to you. И я провозглашаю и заявляю вам. Some things that have not been resolved in your lives. Что то, что не происходило в вашей жизни. God will begin to resolve them. Бог начнет производить это. I said some things that have not been resolved in your lives. Я сказал, что то, что раньше не происходило в вашей жизни. God will begin to resolve them. Бог начнет производить это. Some things that have been taking advantage over you. То, что преобладало над тобой. God will give you advantage over your enemies. Бог даст тебе преобладание над врагами твоими. I wish somebody can say amen properly. Я бы хотел, чтобы кто-то из вас конкретно аминь сказал. Amen means so be it. Аминь значит да будет так. Amen means agreement. Аминь означает согласие. It's better to say amen than to shut up. Лучше сказать аминь, чем промолчать. Amen can change your life. Аминь может изменить твою жизнь. Amen can open new doors. Аминь может открыть двери. Amen can bring miracles. Аминь может произвести чудо. It is supernatural. Это сверхъестественно. It works in the spirit. Это работает в духе. Because if two shall agree. Потому что если двое согласятся. I am one, you are two. Потому что я первый, ты второй. So we need to be in agreement. И поэтому мы будем в согласии. So I announce again. И я снова заявляю. That God. Что Бог. Will give you advantage. Даст тебе преобладание. Over your enemies. Над твоими врагами. You will live here with an advantage. Ты уйдешь отсюда с преимуществом. You will live here with a superior knowledge. И ты будешь жить с сверхъестественным и первозданным знанием. You will live here. You will live there with a superior understanding. Ты будешь жить с первозданным пониманием. When God gives you superior understanding, когда Бог дает тебе такого рода понимание, nothing shall be impossible unto you. То не будет ничего невозможного для тебя. The Bible says. Библия говорит. He blessed the seventh day. Он благословил седьмой день. And he rested on the seventh day. И покоился в день седьмой. I believe that the blessing on the seven is still working. Я верю, что благословение на цифре семь до сих пор работает. And today. И сегодня. We will tap into the blessing of the seven. Мы войдем в благословение седьмого. And we will use the seven. И мы будем использовать семь. We will use the seven. Мы будем использовать семь. To conquer the rest of the years. Чтобы выиграть и завоевать
конца этого года. Can somebody shout amen? Может ли кто-то закричать аминь? Look at Deuteronomy chapter 15. Второзаконие, 15 глава. Deuteronomy 15. 15 глава книги Второзаконие. Verse 12. 12 стих. If your brother, a Hebrew man or a Hebrew woman, is sold to you and serves you 6 years, then in the 7th year you shall let him go free from you. Если продастся тебе брат твой еврей или еврейка, то 6 лет должен он быть рабом тебе, а в 7-й год отпусти его от себя на свободу. Is that in your Bible? Так написано в ваших Библиях. If your brother, если брат твой, a Hebrew man, еврей, or a Hebrew woman, или еврейка, is sold to you, продастся тебе, and serves you, и будет служить тебе 6 years, 6 лет, then in the 7th year, то в 7-й год, you shall let him go free from you, отпусти его от себя. And when you send him away, и когда будешь отпускать его, you shall not let him go away empty-handed. Не отпускай его с пустыми руками. I announce to somebody here, я заявляю кому-то здесь, the end, что конец of the cycle of bondage, круга рабства, the end, конец of the cycle of bondage, круга рабства, the end, конец of the cycle, круга of bondage, рабства. Oh God, I wish somebody can hear my spirit. О Бог, я хотел бы, чтобы кто-то услышал мой дух. I announce to you. Я провозглашаю и заявляю тебе. By the power of God. Силой Божьей. The end. Концовку. Of the cycle of bondage. Круга рабства. And the beginning. И начало. Of the cycle of freedom. Круга свободы. He said, if your brother, он сказал, если брат твой, serves you for 6 years, будет служить тебе 6 лет, on the 7th, то на 7-й, let him go, отпусти его. Every power, всякая сила, that had kept you, которая пленяла тебя, as a servant, как слугу, in bondage, и держала тебя в рабстве, this day, в этот день, this prophetic day, в этот пророческий день, I announce, я заявляю, the end, конец, of the cycle, круга, of bondage, рабства. Wow! Even if you don't know Jesus, даже если ты не знаешь Иисуса, when it comes to the 7th year, когда ты приходишь к 7-му году, the Bible says you will be let go. Библия говорит, что тебя отпустят. How much more? Насколько более? With Jesus. Те, которые знают Иисуса. It's a double combination. Это двойная комбинация. This is to shoot the devil with double barrel. Это означает, что ты убьешь дьявола двойным выстрелом. We are shooting the devil. Мы убьем дьявола. With double barrel. Двойным выстрелом. It is time. И пришло время. For every cycle of bondage. Для всякого круга рабства. In your lives. В твоей жизни. To end. Чтобы он закончился. And it is time. И пришло время. For the cycle. Кругу. Of freedom. Свободы. To begin. Наступить. Somebody jump up and shout. Кто-нибудь вскочи и закричи да. The devil is in trouble. Дьявол в проблеме. Because потому что there is no reason, нет никакой причины, why he will continue to hold you down. Из-за которой он будет продолжать тебя держать внизу. There is no reason. Нет причин. I said there is no reason. Я сказал, здесь нет причин. There is no reason. 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 Нет причин. There is no reason why you should continue to be broke. Нет причины для тебя постоянно оставаться в банкроте. There is no reason why you continue to be sick. Нет тебе причины быть больным.
There is no reason why you will continue to fail. Нет причины терпеть поражение. I came to announce to you. Я пришел заявить тебе. This is your time. Это твое время. This is your hour. Это твой час. This is your day. Это твой день. This is your season. Это время твое. It is time. Это время. To arise. Восстать. It is time. Это время. To shine. Закричать. It is time. И светиться. To shine. Это время сиять. It is time. Это время. To go forward. Идти дальше. Oh, I see some things breaking. Я вижу, что-то сламливается, ломается. My God, I feel this thing. Мой Бог, я чувствую это. I see Akimo Okambo Sande. Pranekush, I see some people. Я вижу некоторых людей. Who have been stuck. Которые находились в застое. Я вижу люди, которые застряли, пытаются сдвинуть дверь. But the door is big. Но дверь большая. I see all your energy. Я вижу всю твою энергию. You're putting all your energy. Ты вкладываешь, прикладываешь всю свою энергию. And the door is not even moving. А дверь даже не движется. But. No. God says. Бог говорит. It's not your energy. Это не твоя энергия. It's not by power. Не силой. He says the time has come. Он говорит, время пришло. The greatest man is not Osama bin Laden. The most dangerous man is not Osama bin Laden. Осама бен Ладен не самый опасный человек. The most dangerous man is not a man wearing bomb on his body. Тот человек, который носит на себе взрывчатку, это не самый опасный человек. The most dangerous man is a man whose time has come. Самый опасный человек, время которого пришло. Listen. Послушайте. I'm prophesying tonight. Я сегодня пророчествую. I wish somebody can catch it. Я верю и желаю, чтобы кто-то поймал это. I'm not here to preach. I'm here to prophesy. Я не здесь, чтобы проповедовать, я здесь, чтобы пророчествовать. In the time of God. Во время Божье. In the seasons of God. Во время, которое придет. Some of you looking at me. Кто-то из вас, который смотрит на меня. This is the time you've been waiting for. Это время, которого ты ждал. Потому что without your energy, без своих усилий и энергии doors that could not open, двери, которые ты не мог открыть for so many years, так много лет will begin to open, начнут открываться on its own accord. И это происходит. Can somebody say amen there? Может кто-то на это сказать аминь? This is not for everybody. Это не для каждого. It is for those who understand what I'm talking about. Это для тех, кто понимает, о чем я говорю. You've been trying to make some things work for so many years. Ты пытался так много лет сделать, чтобы что-то заработало. God says. И Бог говорит. Relax. Расслабься. Tell somebody, relax. Скажи кому-нибудь, расслабься. It's not your strength. Не твоя эта сила. The time has come. Время пришло. Without any energy, без всяких усилий и энергии, from you, от тебя, с твоей стороны, things will begin to happen. Начнут происходить вещи. Things will begin to fall in place. Все начнет останавливаться по своим местам. There is something about seven. И есть что-то в числе семь. I don't know what it is. Я не знаю, что это. But there is something about God and seven. Но есть что-то в Боге и цифре 7. In John chapter 4. В Иоанна 4 главе. The Bible talks about the nobleman's son. Библия говорит о благочестивом человеке. He was sick. Он был болен. And dying. И умирал. And his father came to Jesus. И его отец пришел к Иисусу. And he said, Jesus. И он говорит, Иисус.
come to me. Приди ко мне. My son is dying. Мой сын умирает. My son is dying. Мой сын умирает. Jesus looked at him. Иисус взглянул на него. And he said. И сказал. Go your way. Иди своим путем. Your son lives. Твой сын будет жить. And he believed the word of Jesus. И он поверил слову Иисуса. And on his way home. И по дороге домой. He saw people coming from his house. Он увидел людей, идущих из дома. They said to him. И сказали ему. Your son. Твой сын. Has recovered. Он выздоровел. And he asked them. И он спросил их. When did he recover? Когда исцеление пришло? You know what he said? И знаете, что они сказали? They said at the seventh hour. Они сказали в час седьмой. He did not recover at the first hour. Он не выздоровел в первый час. He did not recover at the second hour. И во второй час он не выздоровел. He did not recover at the third hour. Он не выздоровел даже на третий час. He did not recover at the fourth hour. На четвертый час он не выздоровел. He did not recover at the fifth hour. Он не выздоровел на пятый час. He did not recover at the sixth hour. Он не выздоровел на шестой час. He recovered at the seventh hour. Он выздоровел в час седьмой. There is something about God. Есть что-то в Боге. There is something about God and seven. Есть что-то в Боге и числе семь. If you read the whole Bible, если вы прочитаете всю Библию, Jesus waited until the day of Sabbath. Иисус ждал дня субботы, to heal. Чтобы исцелить. On the seventh day, и на седьмой день, he will come to church, он пришел в церковь, and he will see a sick man, и он увидел больного человека, and he will tell the sick man, и он сказал ему, stand in the center, встань в круг, в центр, for everybody to see you, чтобы все увидели, and then he will ask them a question, и он задал вопрос, is it good to heal on the seventh day? И он сказал, хорошо ли исцелять в субботу, в седьмой and день? While they are arguing, и пока они спорили, he will heal the man. Он исцелил человека. Let me tell you something. И позвольте мне сказать вам что-то. I believe, я верю, that anything, что все, you cannot fix this year, что ты, с чем ты не справился в этом году, it will be difficult to fix. Это будет трудно справиться с этим позже. Anything, все, you don't put in place, что ты не поставил на свое место, this year, в этом году, it will be difficult, будет сложно, to put it in place, поставить это на место. Don't let this year go by, не позволь пройти мимо этому году, without putting some things in place, не расставив все на свои места. I said, don't let this year go by. Я сказал, не позволь пройти впустую этому году. Without putting some things in place. Не расставив все по своим местам. This year. Этот год. Some things must be broken from your life. Что-то должно разрушиться в твоей жизни. This year. В этом году. Some things must be broken. Что-то должно разрушиться. From your ministry. В твоем служении. This year. В этом году. Some things must stop. Что-то должно остановиться in your life, в твоей жизни and this year, и в этом году some things must start, что-то должно начаться because there is something about seven. Потому что есть что-то в числе семь. I prophesy to everything that's dying. Я пророчествую всему, что умирает. Die no more. Больше ты не умрешь. I wish somebody heard that. Я хотел бы, чтобы кто-то услышал это. That came from my spirit. Это пришло из моего духа. Something that had been going down. Что-то, что шло вниз. Will no longer keep going down. Больше не будет продолжать идти туда. Supernatural life has come. Сверхъестественная жизнь пришла. Over 8 healings of Jesus. 8 исцелений Иисуса. The man that was born blind. Человек, который был рожден слепым. The paralytic man. Парализованный человек. The man that was sick of drowsy. Человек, который dropsy.
который был мучим духами и вергал себя в огонь. The woman with the spirit of infirmity. Женщина, которая страдала кровотечением. The man with unclean spirit. Человек с нечистым духом. All of them were healed on the seventh day. Все они были исцелены на седьмой день. This is the time for some things to be healed. Это время чему-то исцелиться. This is the time for some things to be fixed. Это время пришло чему-то быть исправленным. This time around. Все это время. God will shock your enemies. Бог будет шокировать твоих врагов. Listen. Those that laughed at you will laugh with you. Те, которые смеялись над тобой, будут смеяться с тобой. There is a difference. Есть разница. When people laugh at you. Когда люди смеются над тобой. And when people laugh with you. И когда они смеются с тобой. They laugh at you when you are going down. Они смеются над тобой, когда ты идешь вниз. But they laugh with you. Но они смеются с тобой. When you're coming up. Когда ты идешь вверх. I see you're coming up. Я вижу твое восхождение. Nothing will die in your hand. Ничто не умрет в руках твоих. Nothing will die in your hand. Ничто не умрет в руках твоих. In 1 Kings 18. В первом книге царств, 18 главе. Мы прочитаем историю о муже Божьем. My God, I feel the presence of God. Я чувствую присутствие Божье. Elijah. Илия. Came to Ahab. Пришел к Ахаву. And he said to Ahab. И сказал Ахаву. In a time of drought. Во время засухи. In a time of confusion. Во время смущения. In a time when everything was going down. В то время, когда все разрушалось. He came with the good news. Он пришел с доброй вестью. He said to Ahab. И сказал Ахаву. I hear the sound. Я слышу звук. Of abundance. Дождя. That is a good sound to hear. Это хороший звук, который мы слышим. When things are going down. Это тогда, когда все разрушается. I thank God for the hope that the word of God brings. И это надежда, которую приносит слово Божье. I thank God for the hope that comes from the word of God. Это надежда, которая приходит от слова Божьего. The word of God will always bring a different report. Слово Божье будет всегда приносить разную весть. From the doctor's report. Весть от докторов. Which was one of the things that made Jesus different. То, что сделало Иисуса таким разнообразным. He came from another country with a different report. Из разных стран приходили разные новости. He came to announce the end of the cycle of bondage and the beginning of the cycle of freedom. И он пришел провозгласить конец круга рабства и начало круга свободы. When he announced that the Spirit of the Lord is upon me. Когда он провозгласил, что Дух Господень на мне. He was beginning a new order. Он начал новый порядок. Hallelujah. Hallelujah. And Elijah came. Elijah came. Илия пришел. And he said. И сказал. I hear the sound. Я слышу звук. Of abundance. Дождя. And he says to Ahab. И он сказал Ахаву. I have to go up. Я должен пойти вверх. To the mountain. Зайти на гору. Because it is time. Потому что пришло время. For me to see what I heard. Чтобы я увидел то, что слышал. The mistake we make is. Наша ошибка, которую мы совершаем. When we dream dreams. Когда мы мечтаем. Or when we see visions. Или видим видения. Or when we receive a word from God. Когда мы видим слово Божье. The mistake we make is we go to sleep. Ошибка, которую мы допускаем, это мы засыпаем. That's not when to sleep. Но мы не должны спать. That's when to work. Это время работать. What you see. Над тем, что ты видел. Because you don't need rain in the spirit. Потому что тебе дождь в духе не нужен. You need rain here. Тебе нужен дождь здесь. You don't need money in the spirit. Тебе деньги в духе не нужны. You need money here. Тебе деньги нужны здесь. You don't need babies in the spirit. Тебе дети не нужны в духе. You need babies here. Тебе дети нужны здесь. So when you see yourself in a vision, поэтому когда ты видишь себя в видении, or in a dream, или во сне, living a good life, живущим хорошей жизнью, don't go to bed, не иди в кровать спать, begin to pray, начинай молиться, and transfer that dream, и перенести этот сон, from the realm of the spirit, из области духа, to the realm of the physical, в область физическую, superimpose it. Сверхъестественно надели и перемести это. Superimpose. Сверхъестественное перемещение. God's prophetic purpose.
goals. Божья пророческая цель. Over your physical conditions. Над твоим физическим состоянием и условиями. I wish you can hear me. Я бы хотел, чтобы вы услышали меня. Please hear me. Пожалуйста, услышьте меня. Let's stop sleeping. Давайте перестанем спать. Please. Пожалуйста. There are so many things to make happen here. Так много должно произойти здесь. There are so many things that's been fixed in the spirit. Так много было исправлено в духе. But we don't need them fixed in the spirit. Но нам не нужно, чтобы это было исправлено только в духе. We need them fixed here. Нам нужно, чтобы это здесь было исправлено. So we need to work it. Поэтому мы должны работать над этим. To pull it from the spirit. Чтобы стащить это из духа. To the physical. В физический мир. So that what you see. Так чтобы то, что ты видел. In the spirit. В духе. Will manifest. Проявилось. In the physical. В физическом мире. I told you before, я говорил вам раньше, the spirit realm is the mother realm. Что духовная сфера — это материнская сфера, там, где все рождается. Things happen first in the spirit realm. Вначале все происходит в духовной сфере. Before you can transfer it to the physical realm. Перед тем, до того, как ты перенесешь это в физический мир. If you do nothing, если ты ничего не делаешь, they will stay in the spirit. То он там в духе и останется. God is waiting for you. Бог ожидает тебя. To get up. Чтобы ты встал. And say. И сказал. Thy will be done. Твоя воля да будет. Thy kingdom come. Твое царствие придет. Thy will be done. Твоя воля да будет. On earth. На земле. As it is done. Так же. Already. Как уже свершилось. In the realm of the spirit. В духовном мире. Some of you here look at me. Некоторые здесь смотрят на меня. You are broke now. И ты в банкроте сейчас. But you've had dreams. Но у тебя была мечта. And you saw yourself doing things. И ты или сон, и ты видел себя, как ты что-то делаешь. Broke people don't do. Люди в банкроте ничего не делают. That is God telling you. И потом Бог говорит тебе. That you can change your situation. Что ты можешь изменить свою ситуацию. There is no situation that is hopeless. Нету ни одной безнадежной ситуации. There is nothing God cannot change. Нет ничего, чтобы Бог не мог изменить. If you can see it, you can have it. Если ты можешь увидеть это, то ты заполучишь это. It's time to begin to see something. И пришло время видеть что-то. God called Abraham. Бог возвал к Аврааму. Because Abraham was confused. Потому что Авраам был в смятении. And God said, "Let me help you." И Бог сказал, давай я помогу тебе. He took him out of the room. Он вывел его. He said, "Look up." И сказал, посмотри наверх. What do you see? Что ты там видишь? He said, "I see stars." Он говорит, я вижу звезды. He said, "Count it." Он говорит, сосчитай. He began to count the stars. И он начал считать звезды. One, two, один, three, два, four, five. Три, четыре, пять. He said, "I can't count it." Он говорит, не могу сосчитать. Then God said, тогда Бог говорит, "So shall your seed be." Таким будет семя твое. That changed Abraham's mind. И это изменило разум Авраама. God needs to change some of our minds. И Богу нужно изменить чей-то разум. The problem God has is with our minds. Проблема, с которой сталкивается Бог, это наш разум. Our minds are too narrow. И наш разум такой узкий. We can't see beyond now. Мы не можем дальше видеть. That is why we are so depressed. Вот почему мы так подавлены. And discouraged. И разочарованы. Because we think that because it is bad now. Потому что мы думаем и видим, что сейчас плохо. That it will be bad forever. И поэтому будет так вечно. I pray. Я молюсь. That God will open your eyes. Чтобы Бог открыл твои глаза. To see. Чтобы ты увидел. That there is hope. Что есть надежда. To see. Чтобы увидел, that it's not over yet. Что еще не все потеряно. To see. Чтобы увидел, that all things, что все are possible. Возможно. To see. Чтобы ты увидел, that with God, что Бог, all things, что можно все are possible. С ним все возможно. To see. Чтобы ты увидел, that you don't have to die like this. Что ты не умрешь так, таким, какой ты сейчас. I made up my mind a long time ago. Я давно принял решение. I said, I don't care how I was born. И я сказал, мне все равно, каким я родился. I care how I will die. Вот я забочусь о том, каким я умру. I will not die the way I was born. Я не умру таким, каким я родился. My life must change before I die. Моя жизнь должна преобразиться до моей смерти. Everything I see in the realm of
the spirit must come to the physical before I die. Все, что я вижу в духовном мире, должно произойти и случиться в физическом мире до моей смерти. Somebody just shout yes. Help me. Somebody just shout yes. Кто-нибудь просто закричит да. There are some things you need to pull out. И ты что-то стащишь. Oh God, have mercy. Бог, смилуйся. There are some things. Есть что-то. You have to force out. Что ты должен силой применить и стащить. Из духовного мира. If you sit down. Если ты сидишь. And cross your legs. Ноги скрестив. Like a big man. Как крутой мужик. You will get nothing. То ты ничего не получишь. But when you get crazy. Но когда ты сойдешь с ума. When you get crazy. Когда ты станешь сумасшедшим. When you get crazy. Когда ты станешь сумасшедшим, тогда что-то произойдет. We are the parliament. Мы парламент. We decide. Мы решаем. Not the devil. Не дьявол. We have the power. У нас есть сила. To decide our future. Решать наше будущее. So when you have this power, поэтому когда ты имеешь эту силу, to create a great future, создавать великое будущее, and you keep quiet, и ты молчишь, forget about it, забудь об этом, you will lose out, ты проиграешь. I have made up my mind, и я принял решение. My tomorrow must be bigger than my today. Мое завтра будет величественнее, чем сегодня. But I don't just say it, I work it. Я не просто говорю об этом, я работаю над этим. There are times I just sit there and say, God, I want to pray for my future. И я просто однажды было время, когда я сидела и говорила, я буду молиться о своем будущем. There are two ways. И есть два пути. To pray about the future. Молиться о будущем. Can I share this with you? Могу я поделиться этим с вами? Number one. Номер один. You have to. Ты должен. Sit down, садитесь. Послушайте. The future is very important. Будущее очень важно. Let me help somebody now. Позвольте мне помочь кому-нибудь. The future. Будущее. Is very important. Очень важно. The devil knows. Дьявол знает. The devil knows. Дьявол знает. At times he will not bother you about today. И временами, когда он не заботится о том, что происходит сейчас. Because he knows you're on fire today. Потому что он знает, что ты сегодня в огне. He will wait for you in future. И он будет ждать тебя в будущем. I pray. Я молюсь. That God will give you the grace. Чтобы Бог дал тебе благодать. To have access. Влияние и доступ иметь. Into the womb. В чрево, к чреву. Of Satan. Сатаны. Did you hear what I said? Вы слышите, что я сказал? You know, right now you have an ultra scan. Ultra scan. Вы знаете, у вас есть дополнительные ресурсы. When a woman is pregnant. И вы знаете, в женщине, когда она беременная. She go to the machine. Она идет на УЗИ. And the machine will show the baby. И тогда УЗИ показывает ребенка. So people can see their babies. И тогда люди могут видеть младенца. Yes. Да. God is pregnant. Бог беременен. With a great future. Великим будущим. For you. Для тебя. The devil. И дьявол. Is also pregnant. Он также беременен. With a bad future. Плохим будущим. For you. Для тебя. So. Поэтому. If God gives you the grace. Когда Бог дает тебе благодать. To see the womb of Satan. Увидеть чрево дьявола, сатаны. What will you do? Что будешь с этим делать? You abort it. Ты будешь абортировать это. He's pregnant with cancer. Он беременен раком. Can't you see cancer? Ты можешь видеть рак? He's carrying cancer. Он носит рак. He's carrying death. Он носит смерть. He's carrying evil. Он носит зло. Don't just keep walking your way. Не просто ходи своими путями. Identify the babies in the womb of Satan. Познай и узнай этих младенцев в чреве дьявола. And abort them. И абортируй их. The Bible.
Bible says, Библия говорит, that God will give your enemies, что Бог barren wombs and dry breasts. Твоим врагам даст бесплодие. Oh God. О Бог. You've got to enforce it. Ты должен силой это применить. And make sure no baby grows in the womb of Satan, because his womb is barren and his breast dry. И убедиться в том, что ничто не вырастет в чреве дьявола, потому что его чрево бесплодно. Jesus talked about the parable. Иисус говорил притчу. Oh God, I feel so many things happening. Я чувствую, как много так происходит. He said the kingdom is like a man that sows good seed. И он говорит, что царство подобно человеку, сеющему семя. But while men slept. Но пока человек спал. That's a problem. Это проблема. The enemy had bad seed. У врага есть плохое семя. But he couldn't sow bad seed. И он может посеять это. As long as men were awake. Только он не может его посеять, пока человек бодр. It is dangerous. Очень опасно to be cold, быть холодным spiritually. Духовно. Because of your future. Из-за твоего будущего. He had the seed. У него есть семя. He was bad pregnancy. И у него была эта плохая беременность. He was carrying it. И он носил это. But he couldn't do anything. Но ничего не мог с этим Because поделать. The people were on fire. Потому что люди были в огне. But while men slept, но пока человек спал, he saw that men were sleeping. Он увидел, что человек заснул. He sneaked in. И он проскользнул. He gave birth. И родил. He gave birth. И родил. He ran away. И убежал. Oh God. О Бог. We have allowed the devil to give birth. Мы позволили дьяволу родить. Now we're in trouble. И теперь мы в проблеме. God does not want us to allow him to give birth. Бог не хочет, чтобы мы допустили рождение, чтобы дьявол что-то родил. It is easy to kill a seed than to pull a tree. Проще уничтожить семя, чем срубать лес. That's the problem with us. We allow the devil give birth, and we allow the tree grow before we start to pray. И вот в чем проблема, что мы позволяем дьяволу родить и позволяем дереву вырасти. But we should be so sharp spiritually. Мы должны быть такими внимательными, сосредоточенными духовно. That we can see the seed in the womb. Чтобы мы видели это семя в чреве. Of the enemy. Врага. And kill it. И убили это. Somebody shout, kill it. Кто-нибудь закричи, убей это. Somebody shout, die! Кто-нибудь закричи, умри! Shout it louder! Закричи это громче! We've got to have the grace to access the womb of Satan. И Бог дает благодать, чтобы иметь доступ к чреву врага. Suddenly they saw bad seed growing with the good. И вдруг плевела выросли. And they said, "What happened?" И он говорит, а что случилось? He said, "An enemy did it." И он сказал, враг сделал это. While men slept. Пока человек спал. Hey, there's work to be done. И есть работа, которую нужно сделать. Not just on one side. И не просто с одной стороны. We've got to protect God's pregnancy. Мы должны защищать Божью беременность. And then kill Satan's pregnancy. И убивать сатанинскую беременность. When Jesus was in the womb, когда Иисус был во чреве of Mary, Марии, God kept two people alive. Бог сохранил двух живых людей. Simeon. Симеон. And Anna. И Анна. What were they doing? Что же они делали? They were guiding the pregnancy. Они охраняли и оберегали беременность. They were covering Jesus. Они покрывали Иисуса. With prayer. Молитвой. Because see. Потому что посмотрите. If the devil cannot stop it. Если дьявол не способен остановить это. He can bring it before the time. То он может сделать так, чтобы это произошло до времени. Hey, let me not even go there. Let me not even go there. Позвольте мне даже не опускаться и не говорить об этом. But I tell you. Но я говорю вам.
Some things, when they come before the time, they are like a curse. Что то, что происходит до назначенного времени, это является проклятием. A baby born before 9 months. Ребенок, рожденный до 9 месяцев. Is put in an incubator. Его кладут в инкубатор. And the baby is like a curse. И дитё как проклятие. Satan can bring your miracle if you don't guide it spiritually. He can bring it before the time. И сатана, если ты не охраняешь свое чудо, то он может совершить его до времени. So we've got to, oh God, we've got to be spiritually sound. Поэтому мы должны духовно видеть. To understand some mysteries. И понимать некоторые загадки. And prayerfully guide our future. И молитвенно охранять наше будущее. Don't be reckless about your future. Не будь беззаботным о своем будущем. Esau was reckless about his future. Esau was reckless. Исаак был не заботился о своем будущем. About his future. Не заботился о своем будущем. He said, "Give me food to eat now. Forget about tomorrow." Он сказал, дайте мне сегодня поесть. И Иаков взял это. When he realized what he did, когда он осознал, что он сделал, he couldn't get it back. Тогда вернуть уже не смог. Please listen. Пожалуйста, послушайте. This is strong in my spirit. Это сильно в моем духе. Don't joke. Не шутите with your future. Со своим будущим. Don't trade your future. Не испытывайте и не продавайте свое будущее. With today. Не променяйте его на один день сегодня. Elijah Илия went to the mountain, отправился на гору, and he began to pray, и начал молиться for the thing he heard, о том, что он слышал, to manifest, чтобы это проявилось. When he began to pray, и когда он начал молиться, he said to his servant, он сказал своему слуге, go and look, иди посмотри, if you see anything, если ты, может быть, что-то увидишь. His servant went the first time, и первый раз его слуга пошел, he came back, и вернулся, he said, I see nothing, и сказал, я ничего не видел. He went a second time, второй раз пошел, he saw nothing, и ничего не увидел. He went a third time, третий раз пошел, he saw nothing, и ничего не увидел. But Elijah kept praying, но Илия продолжал молиться, because he heard something, потому что он что-то слышал. He went a fourth time, и четвертый раз пошел, he saw nothing, и ничего не увидел. He went a fifth time, пятый раз пошел, he saw nothing, и ничего не увидел. He went a sixth time, шестой раз пошел, he saw nothing, и ничего не увидел. But he went the seventh time, но на седьмой раз. There is something about God and seven. Есть что-то в Боге и цифре 7. When he went the seventh time, когда он пошел на седьмой раз, he said, I see something. Он говорит, я что-то вижу. But what I see, но то, что я вижу, is too small. Это слишком маленькое. This cannot be the abundance. И это не может быть гром и дождь. He's a fool. Это просто ничего. Because nothing from God starts big. И вы знаете, это правда, потому что ничего, что приходит от Бога, не начинается с большого. It starts small. Начинается с маленького. Then it grows. И потом вырастает. If it is born of God, и если это рождается it от Бога, will grow. То будет расти. If your ministry is born of God, если твое служение рождено от it Бога, will grow. Оно будет расти. If your business is если born твой of God, бизнес рожден от Бога, он будет расти. The seventh time, седьмой раз, he saw something. Он увидел что-то. I announce to somebody here. И я заявляю вам, кому-то из вас. You've been seeing nothing in your life. Может быть, ты ничего не видел в своей жизни. You've been seeing nothing in your business. Ничего в бизнесе не видел. You've been seeing nothing in your ministry. Ничего в служении не видел. But I prophesy. Но я пророчествую. That from this seventh month. Что с седьмого месяца. In this seventh year. В этом седьмом годе. Whether the devil likes it or not. Нравится это дьяволу или нет. It is time for you to begin to see something. Пришло тебе время что-то увидеть. Something is coming out. Что-то приходит. I command it to be so. Я повелеваю этому, чтобы ты увидел. Somebody shout amen. Кто-нибудь закричи амен. Where there has been nothing, there must be something. Там, где ничего не было, должно быть что-то. You know, вы знаете, Moses, Моисей in Deuteronomy 33, во Второзаконии 23 главе, he saw the Reubenites,
Он увидел Рувим. The sons of Reuben. Из сына Рувимова. They were suffering as a result of the curse of their father. Они страдали по причине проклятий отцов. Nothing was happening to them. Ничего с ними не происходило. Their lives were dry. Их жизнь была сухая. But when Moses saw them, но когда Моисей их увидел, as an apostle, he spoke. Он сказал им как апостол. He said, "Let Reuben live." Он сказал, да живет Рувим. And not die. И не умрет. Let not his men be few. Пусть не будет он малочислен. That was the end of the curse. Это было конец проклятия. On the Reubenites. У Рувимов, у сынов Рувимов. That was the end of the curse. Это был конец проклятия. On the Reubenites. У сынов Рувимов. Some of you here. Кто-то из вас здесь. I know by the Spirit of God. Я знаю Духом Божьим. You have been under some crazy things happening. И что-то сумасшедшее происходило с тобой. But today. Но сегодня. By the hand of God. Рукой Божьей. I lift my right hand. Я поднимаю свою правую руку. And I prophesy. Я пророчествую. Я провозглашаю. Let Reuben live. Да живет Рувим. Where there had been nothing. Там, где ничего не было. Let there be something. Да будет там что-то. The Lord told me. Бог сказал мне. He said, son. Он сказал, сын. This is the season. Это время. To decree things. Объявлять и провозглашать вещам, заявлять им. And declare things. Провозглашать вещи. This is the season. Это время. To decree things. Провозглашать вещи. And to declare things. И провозвещать их. To declare the decree. Провозглашать и объявлять о них. That where there had been nothing. Чтобы там, где ничего не было. Let there be something. Да будет там что-то. If you're here today, если вы здесь сегодня, and there has been nothing, и у вас ничего не было, stand up and raise your right hand. Встаньте, поднимите свою руку правую. Quickly. Быстро. Just raise your right hand. Просто правую руку поднимите. From today, с сегодняшнего дня, I announce, я провозглашаю, in your life, в твою жизнь, let there be something. Да будет что-то. Now. Сейчас. Матакобо соталаба. Sit down. Садитесь. Did you believe it? Вы верите в это? There have been drought for 3 years and 6 months. 3 года и 6 месяцев была засуха. Before Elijah came. До того, как пришел Илия. And he said the drought is over. И он сказал, засуха закончилась. My God, thank you, Lord. Мой Бог, спасибо тебе, Господь. You know, вы знаете, Jesus just spoke words. Иисус просто говорил слова. He looked at a tree. Он посмотрел на дерево. He said, "No man eateth fruit from you." И сказал, да не ест человек плода от него. That was all he said. Он просто сказал это. And the thing died. И дерево засохло. The fruit died. Плоды засохли. I remember that couple. Я помню эту пару. The woman that gave the testimony. Которые свидетельствовали. I remember that day they came to that church. Я помню, когда я приехал в ту церковь. After the meeting. После собрания. The man and the wife came. I remember especially the man. Я помню этих людей, когда они подошли ко мне. He was looking very dry and very depressed. Она была очень подавлена и высохшая. Because they have no child. Потому что не было детей. I remember I just told him. Я просто сказал им тогда, помню. I said, "By this time next year." Я сказал, что к этому времени в следующем году у тебя будет сын. I just spoke the word. Просто провозгласил слова. Because I know at times when God moves on me. Потому что я знаю, что Бог движется во мне. Just speaking it, it's just declaring the decree. Я просто провозглашаю и заявляю об этом. Will move in the realm of the spirit. И это движется в духовном мире. And recreate your world. И создает твой мир. And at times after speaking, I said, "Why didn't I pray?" И по временам, когда я сказал, я говорю, я молюсь. Because we think that we have to pray. И мы сказали, и мы думаем, нам нужно молиться. There are times just to speak. А есть время, просто нужно сказать. He told me, declare the decree. Он сказал, провозгласи и объяви. Where there had been nothing. Там, где ничего не было. There will be something. Там будет что-то. If somebody believes me, just shout a big amen. Если кто-то верит мне, просто закричи сильный аминь. The angels take your amen and they walk it. Ангелы берут твое аминь и работают над ним. You will not die, you will live. Ты не умрешь, но будешь жить. There is no cancer. И никакой рак. That is bigger than the name of Jesus. Который может быть больше, чем имя Иисуса.
Not one. Никакой. HIV AIDS. Speed. It's not bigger than the name of Jesus. Он не больше, чем имя Иисуса. It's just a name. Это просто имя. The Bible says at the name of Jesus. И Библия говорит, что пред именем Иисуса всякое колено преклонится. That's what the Bible says. Вот что говорит Библия. It's just a name. Это просто имя. Just believe it. Просто верьте. That at the name of Jesus. Что пред именем Иисуса всякое колено преклонится. And the knees that refuse to bow will begin to bow. И всякое колено, которое отказывалось преклоняться, оно склонится. Because this is the time for it. Потому что пришло время. I said, this is the time for it. И я сказал, пришло время. This is the time for it. И я сказал, пришло время. There is something about seven. Есть что-то в цифре семь. The Shunammite. The Shunammite woman. Синемитянка, her son died. У нее сын умер. You know the story? Вы знаете историю? She took her son to the prophet's bed. Она отнесла его на кровать пророка. And sent for Elisha. И послала за Илией. Elisha came. Илия пришел. Entered the room. Вошел в комнату. Drove away everybody. Выгнал всех. Began to pray. Начал молиться. Over the dead child. Над мертвым ребенком. Nothing happened. Ничего не происходило. The Bible said he lay on the dead child. И Библия говорит, что он лег на мертвого ребенка. He kept on praying. И продолжал молиться. Himself. Он простер себя. Nothing happened. Ничего не происходило. He stretched himself. Он распростер себя. Suddenly, и вдруг the body of the child became warm. Тело ребенка стало теплым. Some things are warming up in the spirit. Что-то согревается в духе. Some things are no more cold in the spirit. Что-то больше не холодное в духе. They are warming up. Это согревается. They are warming up. Согревается. And the Bible says. И Библия говорит. All of a sudden. Вдруг. The dead child. Мертвый ребенок. Began to sneeze. Начал дышать. A tear. И чихать. First time. В первый раз. Hey. A tear. The second time. Во второй раз. Listen. Послушайте. The baby was sneezing. Ребенок чихал. But he was still dead. Но все еще был мертв. Some things in your life. Что-то в твоей жизни. You don't know if they are dead or alive. Ты даже не можешь по себе определить, мертвое оно или живое. They are not alive, but they are sneezing. Оно не живое, но чихает. God will fix it. Бог исправит это. You didn't hear what I said. Вы слышите, что я говорю? I said God will fix it. Я сказал, Бог исправит это. Crazy. Сумасшедшая вещь. Some marriages are like that. Некоторые браки такие. They're dead. Они мертвые. But yeah. Но чихают. Some businesses are like that. Некоторые бизнесы такие. Dead. Мертвые. But tears. Но чихают. But. Но. He sneezed the third time. Он чихнул. Still dead. И все еще мертв. Sneezed the fourth time. Чихнул четвертый раз. Still dead. Все еще мертв. Sneezed the fifth time. Пятый раз чихнул. Still dead. Все еще мертв. Sneezed the sixth time. Чихнул шестой раз. Still dead. Все еще мертвый. But when he sneezed. Но когда он чихнул. The seventh time. На седьмой раз. The dead child woke up. Мертвый ребенок проснулся. Because there is something. Потому что есть что-то. About God. В Боге. And seven. И в числе семь. Some of you are waiting for a miracle. Некоторые из вас ожидают чуда. But let me shock you. Но позвольте мне шокировать вас. You have sneezed only once. Вы только один раз чихнули. God will wait. Бог подождет. Until you sneeze seven times. Пока ты седьмой раз не чихнешь. So tell your neighbor, keep on sneezing. И поэтому скажи соседу продолжать чихать. If you stop sneezing, если ты перестанешь чихать, you may never see your miracle. Ты никогда, может быть, и не увидишь чудо. What a But some people have sneezed six times. Некоторые из вас уже шесть раз чихнули. Just one more to go. Но еще только один раз остался. Just one more. Только один раз. And it's always discouraging when you are doing something and you don't see results. И вы знаете, это так ужасно, когда ты что-то делаешь и результата нет. Keep doing it. Продолжай делать это. Just one more. Еще один раз.
And the thing that was dead, и то, что было мертво, will come alive. Оно оживет. The same thing happened with Naaman. Что-то с Нейманом произошло. Naaman was a leper. Он был прокаженный. A general, but leper. Генерал, но прокаженный. Oh, that's a deep one. I don't want to even go there. Я даже не буду углубляться в это. But because of it, oh, God is good. Но Бог благой. Because of one man. Из-за одного человека. That little girl was taken from the battle. И эта маленькая девочка, которая была прислугой. The maid was taken from the battle. Она прислуга из рабства была введена. And the maid told her madam. И эта прислуга сказала своей мадам. There's a man in Israel. Она говорит, есть человек в Израиле. He can heal your husband. Он может исцелить твоего мужа. Elisha. Елисей. Was a crazy prophet. Он был сумасшедший пророк. When they told him that Naaman was coming. И когда ему сказали, что Нейман идет. He said he's a leper. Он сказал, он прокаженный. Don't let him enter my house. Пусть он даже не входит в мой дом. But you see, today. Но сегодня. We will invite all the lepers. Мы бы всех прокаженных пригласили. Give them high seats. О, дайте им самые лучшие места. Elisha said, "Don't let him enter my house." Илия сказал, пусть он даже не входит. Скажите ему. To go to the river. Пусть пойдет в реку. Jordan. Иордан. You know, Naaman was mad. И знаете, и Нейман разозлился. Naaman said, "I'm a general." Он сказал, я генерал. And that man did not come out to receive me. А этот человек даже не вышел поприветствовать меня. He didn't come out to bow to me. Даже не вышел поклониться мне. He sent his servant. Он послал своего слугу. That I shouldn't enter his house. Чтобы тот не вошел в его дом. And I should go to that dirty river. И что я теперь должен идти в эту грязную реку? Dirty Jordan. Грязный Иордан. He said there are better rivers in Damascus. Есть же лучшие реки в Дамаске. I will go to Damascus. И я пойду в эти реки. Elisha didn't bother himself. Elisha didn't bother himself. И вы знаете, а Илья вот делал так, как делал. И Елисей делал так, как делал. He said, "Go to the dirty river." Он сказал, иди в грязную реку. And dip yourself. И окунись там. Not once. Не один раз. Not twice. Не два раза. Not three times. Не три раза. Not four times. Не четыре раза. Times. Не пять раз. Not six times. Не шесть раз. Seven times. Семь раз. And the man was mad. И Нейман разозлился. He said, "This water is dirty." Он говорит, эта вода грязная. Can you imagine a general? Вы можете себе представить генерал? In front of his boys. Прямо перед всеми своими ребятами. God can humble you down. Бог смирит тебя. Don't mess with God. Не связывайся с Богом. But he obeyed. Но он повиновался. And when he went the seventh time. И когда он окунулся седьмой раз. The Bible said his body became like a baby. Библия говорит, что его тело стало как тело младенца. Because God can never resist seven. Потому что Бог не может противиться семи. He said, on the seventh day, he blessed it. И он сказал, на седьмой день он благословил. The blessing on the seventh day is still working. Благословение седьмого дня все еще работает. I want everybody to stand. Я хочу, чтобы мы все встали. Throw your two hands to God. Возвысьте свои руки, две руки к Богу. Ask him for mercy. И просите его о милости. Today. Сегодня. Ask him for mercy. Просите его о милости. I tell you. Я говорю вам. Some things, if you don't deal with them. С чем ты не разберешься. This season. В это время. They will deal with you. А это разберется с тобой. Call upon his name. Взывай к его имени. This is a season. Это время. For the manifestation. Для проявления. Of his grace. Его благодати. His perfection. Его совершенства. His glory. Его славы. Yes! Да!
This is the seventh month. Это седьмой месяц. We shall decree a thing. И мы провозгласим. And it shall be established. И это будет утверждено. Decree. Провозгласим. Decree. Провозглашай. Decree some things. Провозглашай что-то. Decree some things. Провозглашай что-то. We must make some things happen. Мы должны что-то сделать так, чтобы что-то произошло. Listen. Послушайте. Let me tell you something. Позвольте сказать вам что-то. There's something I've noticed. Есть что-то, что я заметил. Your prayers. Ваши молитвы. Don't endure. Они не входят. I can't explain it. Они не продолжаются. That's just what I can say. И я не могу объяснить, я просто заметил. You take off. Вы возвышаете. Powerfully. Сильно начинаете. Then you end suddenly. И потом вдруг заканчиваете. That kind of prayer don't produce results. Такая молитва не производит результат. You've got to let your prayer go through. Вы должны позволить своей молитве пройти через. I noticed. Я заметил. That when we say pray. Когда я говорю молитесь. There is a great start. Есть великое начало. Then suddenly it goes down. И вдруг это останавливается. No, you've got to learn to wrestle in prayer. Ты должен научиться обращаться в молитве. Praying is an art. Бороться и это как искусство. It's an art. Это акт. There are different types of prayer. Есть разные типы молитв. There's prayer. Есть молитва. There's intercession. Есть ходатайство. Not just my Father, our Father. Не просто мой отец, наш отец. There are times to endure in prayer. И есть длительные молитвы. There are times to run with it in prayer. Когда мы движемся в молитве. Please. Пожалуйста. I want us to run tonight. Я хочу, чтобы мы бежали сегодня. Don't do 3 minutes shout. Не просто сделайте 3 минуты крика. And stop. И остановитесь. I want us to work some things. Я хочу, чтобы мы выработали что-то. That's what God told me before I came here. Вот что Бог сказал мне, когда я пришел сюда. He said, help them work. Он сказал, пусть они работают над чем-то. Because this is the season for the manifestation. Потому что это время проявления of some things чего-то, that had proved difficult, что произведет, что было трудным, and had eluded you. И что смущало тебя. It says this season. И он сказал, это время. Is the season. Это время. To work it. Выработать. Please. Пожалуйста. Everybody. Все. Please help. Пожалуйста, помогите мне. For your future. Позаботьтесь о своем будущем. I want us to run with this thing. Я хочу, чтобы мы бежали с этим. I see two things happening. Я вижу, как две вещи происходят. As we begin to pray. Когда мы начинаем молиться. And that was what came in my spirit. И вот то, что пришло в мой дух. For this conference. На этой конференции. That the house of Saul. Что дом Саула. Will go weaker. Он будет ослабевать. And the house of David. А дом Давида. Will go stronger. Будет усиливаться. That is what will happen. Это должно произойти. I like us at least. Я хочу, чтобы мы по крайней мере 15 минут. 15 minutes. 15 минут. 15 minutes. 15 минут. Don't stop. Не останавливались. Just pray. Просто молились. Wrestle. Боролись. Pray. Молились. Wrestle. Боролись. Pray. Молились. 15 minutes. 15 минут. Please. Пожалуйста. Everybody. Все. Don't stop. Не останавливайтесь. Until I say stop. Пока я не скажу остановиться.
имени. His power. Это сила. Это твое время. This is your season. Это твое время. Yes. Да. Yes. Да. Beth it. Прими это. Beth it. Рождай это. Beth it. Рождай это. Yes. Рождай. Yes. Да. Come on. Давайте. Come on. Давайте. Этот день. This day. Come on. Давайте. Come on, people. Давайте, люди. It must happen. Это должно родиться. It must happen. Это должно произойти. It must happen. It must happen. Это должно произойти. It must happen. Это должно произойти. It must happen. Это должно произойти. Come on. Давайте. Come on. Давайте. Come on. Давайте. Come on. Давайте. It must happen. Это должно произойти. There is something. There must be something. Это должно быть что-то. There must be something. Это должно быть что-то. There must be something. Должно быть что-то. There must be something. Должно быть что-то. There must be something. Должно быть что-то. Yes. Да. Yes. Yes. Да. Yes. Да. Yes. Да. Wow. Yes. Wow. 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 Yes. Let's bet it. Let's bet it. Let's bet it. Давайте рождать это. Continue.
продолжайте молиться. Keep on praying. Продолжайте молиться. Yeah. Да. Yeah. Да. Yes. Да. It's a new day. Это новый день. The power is working. Его сила работает.